Продолжаются работы по расширению улицы Крылова. Инициировал процесс глава Анапы. Городские коммунальщики начали заниматься проблемным участком этим летом. Была проведена большая подготовительная работа. Дорога будет расширена на всем протяжении от улицы Ивана Голубца до Ленина. Сегодня к работе присоединились и бригады одного из крупных застройщиков Анапы. Пока позволяют погодные условия, на этом участке будет вестись работа. На этом объекте вот подготовка бетоном, вот асфальт выравниваем сейчас крупнозернистым, а потом третий слой будет у нас общая дорога асфальтироваться.